После смерти Табакова всплыла шокирующая правда о его браке с Зудиной. Ходят слухи, что в художественном театре все боялись и ненавидели Марину Зудину, вдову Олега Табакова. Ее называют «мхатовская салтычиха» и рассказывают шокирующие подробности о годах ее царствования в театре. Возможно, это дело рук завистников и недоброжелателей, и многие рассказывали о Зудиной на условиях анонимности. Марина имела большую власть в театре, вмешивалась в распределение ролей, строила актеров, и многие ее боялись. Если приглашенный режиссер не давал роль Зудиной в новой постановке, то спектакль не состоялся. В театре все строилось на подхалимаже и стукачестве. Упаси Боже, ее не заметить и не поклониться, съест и не подавится, поделилась одна из сотрудниц. И далее она продолжила выдавать ужасные вещи. Все меха и ткани, поступающие в костюмерные мастерские, первыми осматривала Зудина. Одевали ее там же, от белья до шуб. Закройщики волосы на себе рвали после ее визитов. Все самое интересное загребала в личный гардероб. Домработницы у нее нет, все выполняет обслуга из театра. Пластические операции она делала в Екатеринбурге у знакомых Табакова, тоже на халяву. Как сложится жизнь в театре Марины Зудиной после кончины Олега Табакова при новом директоре и новом художественном руководителе, и сохранит ли она свою власть и влияние, покажет время. На данный момент это всего лишь сплетни про Зудину. Время всех расставит на свои места.